Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня будем с вами разбирать такой товар, как элементы питания, батарейки, таблетки, их еще называют в народе. Здесь они маркируются по номерам, типа размер, это значит их вариаций, нумераций очень много. В основном самые ходовые — это для часов 626 батарейки, вот они. То есть вот смотрите, LR626, 377, G4 и LR626G, 1,5-вольтовая. Это вот самые ходовые на часы. Потом тоже вот на часы идет 364А, G1, LR621, 364. Вот. Остальные вариации как бы редко встречаются. Вот тоже на часы идут 370А, G6. 370. Так, есть Камелеон, фирма тоже G6, AG6, 921 вариация номера, SR920, VGP71A, 371. То есть все это маркировка, одна батарейка. Так, что тут еще у нас? Вот эти батарейки идут чаще к электронным термометрам, к игрушкам, к электронным книгам. Это LR41G, G3, 192, 392, 392, LR41. Так, AG5, Камелеон, G5, LR754, LR48, 193, SR754W, GP93A, 393. Ушной аппарат и много всяких приборчиков тоже. Вот вариация подешевле тоже, 754 батарейки. Так, что еще у нас тут? Так, вот батарейки. Это 1130 LR1130 154. Так, вот она идет на калькуляторы, 389, G10 189, LR54. Так, вот тоже ходовая батарейка, игрушки, лазеры, все такое дело. LR44G, A76, LR44, G13, 357 батарейка. Вот она идет подороже, Варта, производство фирма, Германия. Так, вот такие идут элементы питания. 12-20. Батарейки на весы, брелок в машину, в пульт, 2032, 2016, наушные аппараты, АГ-13, не АГ-13, А-13. Вот. Разнообразий как бы много, вариаций тоже. Ставьте класс, комментарии, пишите в личку, какие батарейки, куда нужно вставлять, подскажем. Ссылка на описание видео будет. До свидания.